Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И сегодня мы продолжаем играть в игру The Walking Dead The Final Season, эпизод 2. А называется он «Обездоленные дети». Ну что, продолжим? В предыдущих эпизодах The Walking Dead мы с Эй-Джеем скитались долгие годы в поисках места, которое мы могли бы назвать домом. Мы обнаружили огромный тайник с едой, который оказался ловушкой. Она едва не стала смертельной. И все-таки я очнулась, узнала, что меня спас парень по имени Марлон, лидер общины, занявший старую школу-интернат. Она могла бы стать для нас домом, настоящим. Нам пришлось вернуться на вокзал, проверить, не уцелела ли еда после взрыва. Но не нам одним это пришло в голову. Когда Эй-Джей отвлек незнакомца, я толкнула его в группу ходячих. Той ночью я нашла Марлона и Броди в подвале. Они спорили о человеке, которого я видела, и я узнала, что так напугало Броди. Он был одним из рейдеров, на которых они наткнулись в прошлом году. Марлон отдал рейдерам старших сестер Теннесси, чтобы спастись самому. Марлон напал на Броди и запер меня с ней в подвале. Когда она обратилась, мне пришлось защищаться. Марлон отобрал у Эй-Джея пистолет и стал убеждать остальных, что я убила Броди. Вайлет заступилась за меня. Когда все обернулись против него, Марлон сдался. Я сказала ему, что он может остаться, но лидером ему больше не быть. И тут... Марлон упал замертво. От выстрела Эй-Джея. Он вспомнил, чему я его учила. Всегда целиться в голову. Кто знал. Я не думал, что Эй-Джей на такое способен. Итак, мы потеряли Бренди или Бонди. Ёлки, я их не запоминаю. Ну и Марлона. То есть, по факту, сейчас даже лидера нету у них. Эй, Клем, просыпайся. Нам пора вершить дела. А где малой? Что ты там делаешь? Сделал тебе кофе. Это с кухни. Тен сказал, что мне можно. Я ничего не крал. Да ладно, не переживай. Это меньше, о чем ты можешь переживать. Удивительно, что ты помнишь, как это делается. Давно мы не пили кофе. Кладешь горячую воду и все. Точно, спасибо. Вчера с Марлоном. Я слышал Луиса, как он меня назвал. И как? Ну же. Я убийца? Ну, малец, по правде говоря, да. Нет. О боже. Можно принести лекарство вместо кабинета? Он мертв. Сопляк ему мозги вышиб. Ты его застрелил. Он мертв. Ты убийца. Марлон уже сдался. Ты сама видела, как ему больно. Какой херни ты научила этого ребенка? Да ладно, вы чего набросились-то? Он защищал себя и меня. Луис сказал, что я убийца. Мы же должны убивать только плохих монстров там. Я плохо поступил. Я думал, Марлон плохой. Марлон сам напросился. Слушай, ты все сделал правильно, по-другому поступить было нельзя. Марлон был монстром. Луис этого не понимал, но он поймет. Это было оправдано. Это было оправдано, повторил Эй-Джей. Что нам теперь делать? Ваши отношения с Эй-Джеем изменились. Так. Один не особо рад.
Луис тоже не особо рад. Назад, все назад. Как говорила Марлон, они взяли и убили его. Возьми Эй-Джей и иди домой. Давай пойдем. Ты их вот так вот впустишь в дом? Серьезно? Что нам теперь делать, когда пацану опять что-нибудь из нас не понравится? Нам что, тоже ждать пулю? Марлон сам виноват. Это Марлон начал, он убил Броди и чуть не убил меня. Эй-Джей делал, что должен был. Что должен был? Он точно не должен был стрелять Марлону в голову. Все уже было кончено. Мы поняли, Луис, уймись уже, ясно? Уймись, ты серьезно? Пойдем. Клем? Клем? Пусть они не называют меня монстром. Они меня боятся. Почему? Плохим же был Марлон. Я не страшный. Я же не монстр. Ладно, мы это докажем. Я знаю, что ты не виноват. Нужно просто доказать это остальным. Я скажу им, что они не правы. Они поймут, если им кто-то объяснит. Вот как ты мне сейчас объяснила. Эй-Джей, посиди со мной. We've got nothing to Нам не за что извиняться. Ты спас меня и их всех от монстра. Они поймут, мы им поможем. Господи, боже, да помогите мне кто-нибудь. Он тебя в той аварии спас, а ты сраный... Назад. А то что? Хватит убивать друг друга. Броди, Марлон, хватит уже убивать друг друга. Серьезно, как ты вообще смеешь так говорить после того, что он сделал? Да что вы все набросились на нас? Ты же не видел, что было внизу в подвале. Да и в принципе пофигу. Эй-Джей, прорвемся. Эй, малыш, о чем задумался? Ты много кого убила. Ты говорила, что твой друг Ли стал монстром. Почему ты его не остановила? Да как ты смеешь? Я не смогла. Я не смогла, он был мне слишком дорог. Я не хочу тебя потерять. Я здесь, с тобой. Эй-Джей запомнил это. Да ладно, все будет хорошо. Ух ты, я тебя люблю, Клем. I love you back. Я тебя люблю. Сейчас разревусь. Это не я вздохнул. Это она. Там кто-то долбится? Тен. Hey. Привет. Violet said to come Привет, Вайлет сказала за вами зайти. Really? Правда? Раньше их устраивали чаще, потом перестали. Похороны? Я не успел прочитать, но мне кажется, сейчас это правильно. Я тут кое-что принес. Это мне? Я подумал, что тебе будет страшно, когда все на тебя злятся. Но ты очень храбрый. Как настоящий пожарный. Что это? Рисунки для Марлона и Броди. Положу к ним на могилы, нарисовал то, о чем они мечтали. А зачем им картинки? Они же умерли. Они их не увидят. Молодец, Тен. Отличная идея, Тен. На могилах будет смотреться красиво. Спасибо. Пусть пожарный хорошо тебе послужит. Их уже закопали, весь скоро начнет. Увидимся там. Будет дерьмово. Они будут говорить про Марлона и Броди. Иногда правду, иногда ложь. Давай переживем это утро, никого не расстраивай, идет? Я попробую. Давай, Эй-Джей, они так уже на тебя малость обозлились. Когда будете готовы, отправляйтесь на похороны. Но я хочу немножко осмотреться. Я здесь не был с предыдущего эпизода. Взглянуть на череп оленя. Давай-ка осмотримся, может быть, можно поставить игрушку куда-нибудь. И что это было? Просто звук? Взглянуть на череп кошки. Still cool. Все еще круто.
Что еще интересного в комнате появилось? Может быть, новое что-то? А кепку ты не хочешь одеть? Выпить кофе, взглянуть на цветы. Почти засохли. Они оживут, если их полить. Нет, все равно завянут. В доме они стоят всего пару дней. Ну вот. Что ну вот? Выпить кофе. Блин, теперь я тоже хочу выпить кофе. Окей, положить пожарного. Эй, Джей, а где игрушка, которую дал тебе Тен? Давай выставим ее на показ вместе с остальным добром. Мне нравится все наше добро. Неплохо, мы уже начинаем, как сказать, очеловечивать эту комнату, взглянуть на пожарного. Тен сказал, что я храбрый. Я докажу это всем остальным. Вот и молодец. Вообще звучит здорово, она сказала. А не вот и молодец. Переводчики, спасибо за на перевод. Взглянуть на искусственные цветы. Хотя бы они не завянут. Ему, походу, это не нравится. Так, взглянуть на рисунок Тена. Хорошо смотрится вместе. У него лучше получилось, да? Мне оба нравятся. А давай взглянем на рисунок Эйджея. И? Ну, хоть пару слов ему скажи, ласковых. Так, похоже, это последнее, что можно посмотреть в этой комнате, поэтому быстро переговорим с Эйджеем и пойдем на похороны. Нам пора. Уже скоро. Да, Эйджей, нам пора. Погнали на похороны. Здесь же ничего интересного нет. Может, хоть потушишь то, что ты там разжег? Не хочет. Ну ладно, пойдем наружу. Мне кажется, там столько неодобрения будет. Готов? Всегда готов. Ну правда, он же сам виноват. Кто там ревет? Эйджей растет на тех уроках, которые узнает от вас. Окей. Надо быть поосторожней. Это малой ревел. Придите на похороны. Ну, для начала я, пожалуй, осмотрюсь. Удерживайте РБ для бега. Я осмотрюсь и покажу вам, если есть что-то интересное. Так, в округе ничего интересного нет. Кроме Эйджея, который пялится на кровь. Пойдем посмотрим. Осмотреть кровь. I did that. Это я сделал. Да ладно, парень, не грусти. Пойдем. Странно, что она разбрызгана в другую сторону. А, ну все правильно, он же сзади стрелял. Это я уже подтраиваю. Эй, Эйджей, пойдем. Не переживай, все будет хорошо. Та-да-да-дам. Подходим к месту похорон. Блин, как-то стремновато. Вроде. Но ее и не хотел убивать. Марлон. Но он сам нарвался. Тем более он убил Броди. О боже, они здесь. Ну и что? Они ведь знали Броди, разве нет? Да, но Марлон, оставьте их в покое. Черт. Клем? Что? Зачем людям похороны? Тен сказал, раньше их устраивали чаще. Чтобы попрощаться. Чтобы попрощаться с теми, кого потеряли. Но они же мертвы. И это твой последний шанс сказать им что-то хорошее перед расставанием. Они как будто играют. Притворяются, что Марлон не сделал ничего плохого. Давай просто помолчим. А все хоронят. Людей, да. Иногда и животных. Даже монстров. Все хоронят. Даже монстров. That's not fair. Это несправедливо. Lots of things вообще несправедлив. Ten. Тен, ты готов? Рисуночки положить хочешь? Броди, ты всегда мечтала о пляже, так что я нарисовал его для тебя. I drew it for you. А Марлону что? Марлон был... I can't. Не могу. Не для Марлона.
После того, что он сделал с близняшками и Броди. Ну, серьезно? Тебе же даже не нравилась Броди. Ты всегда ее обижала. Не могу. Пусть кто-нибудь еще. Сучка. Чувак, хорош. Луис, ты больной? Он же был твоим лучшим другом. Да, он накосячил, но он точно заслуживал больше, чем словить пулю. Эйджей взял и пришил его. Полегче. Мне не нравится твой тон, Митч. Да? А мне не нравится, что твой сопляк убил моего друга. Это было оправдано. Так Клем сказала. Чтоб вас, не могу я это слушать. Черт, это же... Блин. Вот что ты ему сказала, что он все сделал правильно? Мы не можем. Wait. We should talk this out. Talk about what? He murdered our friend. Пора уже повзрослеть. Когда же вы нафиг повзрослеете? Люди умирают, это происходит сплошь и рядом, остальные живут дольше. Жить дальше? И просто забыть, что сделал AJ, а то, что он сделал? See what I mean? Понимаешь, о чем я? Как вообще можно этим гадам доверять? О чем ты? Я о том, что пусть проваливают нахер. Будем голосовать. Большинство решит оставаться им или уходить сегодня. Окей, я не против. Голосование — это справедливо. Я не хочу уходить, но если вы решите иначе, мы уйдем. Мы столько времени выживали, чё там? Это только голосовать, а то так и будем спорить. Охренительно. Значит, голосуем. Да ничего страшного, Ви. Луис должен проголосовать. Позовешь его? И попробуй с ним поговорить. Тен, серьезно, он твоих сестер убил. Идем, Рози. А Рози не хочет. Ребята, подождите в спальне, ладно? Я за вами приду. Пожалуйста, не выгоняйте нас. Да прекращай, Джей. Ладно, пойдем. Все будет нормально, Джей. Мы не первый раз в передрягах бывали. Кто здесь? Кто там? Да заходите открыто. Это, наверное, Эйджей балуется. Что ты делаешь? Малец. Успокойся, все будет хорошо. Псих. Ненормальный маленький псих. Сейчас еще у Клем флешбеки начнутся. Эйджей, стоп! Эйджей, не надо, еще палец сломаешь. Эй, иди сюда, сядь. Нет. Ты что такой противный? Ничего не вышло. Я сделал так, как ты сказал, но они меня даже не слушали. Марлон был плохим. Я пытался им объяснить, но они не хотят меня слушать. Эйджей, сделай вдох. Вспомни, что мы делаем, когда злимся. Эй, ты же не хочешь шуметь, правда? Сейчас что-то выдолбит, блин. Что мы делаем, когда злимся? Мы останавливаемся, думаем и... Ну? Я все еще очень-очень злой. Я знаю, что не должен злиться. Постарайся успокоиться. Держи себя в руках, не поддавайся эмоциям. Знаю, тут упущу ошибку. Точно? Останавливаемся, думаем и... Делаем вдох. Молодец. Feel better? Полегчало? You're still mad, huh? Все еще злишься. And, и, кажется, мне грустно. I think I'm sad too. Почему? Да ладно, малой, все будет хорошо. Я сделал все так, как ты говорила. Я знаю, ты всегда внимательно слушаешь. Я хотел показать им, что я был прав, как ты и сказала. Все, блин, сводится к тому, что говорит Клементина. Ничего не вышло. Почему ты сказал мне так поступить, если это не помогло? Потому что это было правильно.
Они просто не хотят нас слушать. Я думал, они нас выслушают. Я не понимала, я не знала, насколько все плохо. Это я виновата, что они разозлились. Но они ненавидят меня, а не тебя. Думаю, они ненавидят нас обоих. Я не хочу уходить. Знаю, что не хочешь. Мне нравится знать, где мы. Нравится кровать, еда. Мне нравятся другие дети. Не все, но Тен и Луис и Вайлет нравятся. Вайлет. И Луис? А Луис-то зачем? Мы проголосовали, вам нужно уйти. А нам нельзя голосовать? Я голосую за то, чтобы остаться. Это не вам решать. Ну и ладно. Продолжаю убеждать себя в этом, лишь бы тебе спалось спокойнее. Я буду спать спокойнее, когда вы двое отсюда уйдете. Пора ты бываешь такой тварью, Луис. Да чего же все через жопу? Ты сказал, если честно проголосуем, то согласишься с решением. Да бред это все. И ты бы это понял, если бы не прикидывался веником. О, это я-то прикидываюсь веником? Ненавидела ты Марлона или нет, но ты должна признать, что Джей опасен. Луис, полегче, блин. Я бы тебе всёк на месте, Клементины. Как соберете вещи, мы с Луисом отведем вас за пределы безопасной зоны. Поможем вам добраться до дороги целыми. Не бог весть что, но хоть по пути никого ничего не стрясется. Мы это ценим. Спасибо, что проводите. Нет, не говори им спасибо. Это они виноваты в том, что мы уходим. Они хотят избавиться от нас. Уйми его. Эй-Джей, сделай вдох. Да успокойся. Не жили богато, нечего начинать. Где Тен? Я хочу попрощаться. Он очень расстроился из-за голосования и ни с кем не разговаривает. Когда он в таком настроении, лучше его не трогать. Если что, он хотел, чтобы вы остались. Хоть попрощаться-то надо? Стоп. Пушка все еще у Эй-Джея? И что? Это наша пушка. Hand it over. Дай сюда. Да, хрен из два. Hell yes, it's necessary. I'm not walking out. Не хватало бродить с ним по лесу, пока у него эта штука. Оставь пистолет себе. Ты нас выгоняешь, еще и пушку хочешь забрать. Пошел в жопу. Он мой. Он нужен для монстров. Если бы ты использовал его только против монстров, я бы так не переживал. Ладно, пусть таскает при себе орудие убийства. Охренел совсем. Выгоняет, еще и пушку забирать. Собрался. Вас никого не волнует, что... Блин. Этот Марлон убил двух сестер. Тена. Еще Уин нас хотел убить. Эй, забери свои вещи. Ну и фиг с вами, флаг вам в руки. Я даже и не успел привыкнуть к вам. И к комнате к этой не успел привыкнуть. Пошли в жопу. Итак, мы уже вышли. Интересно, кто решил нас проводить? Луис и Вайлет? Да? Да мы бы и сами ушли. Мы найдем другую машину? Вряд ли. Нам тогда здорово повезло. Значит, пешком. Моя обувь разваливается. Что ж, будем надеяться, она протянет еще немного. Мои ступни опять начнут кровоточить. Если придется, порвем футболку. Не так уж все плохо. Пошел в жопу. В смысле, вы уже проходили через все это. Небось, умеете решать такие задачки.
Ты понятия не имеешь, каково это. Ты всю жизнь прожил в своих четырех стенах. И ни хрена не знаешь, каково там. Пришли. Дорога в той стороне. Скажи что-нибудь умное на прощание. Да чего от него дождешься? Я уже все сказал. Спасибо, что вступились за нас. Да не за что. Так хочется, чтобы вы остались. Страшно, с неба не приснилось. Если бы мы только не облажались. Ладно, Вайлет, не хочется грубить. Облажались не вы, а Марлон. Даже мертвому он портит всем жизнь. Боже, Вайлет, оставь его в покое хотя бы сейчас. Просто берегите себя, вы оба. Все будет нормально, Вай. Ви. Still got that gun? Пушка твоя при тебе? Just не оборачивайся, ладно, парень? Okay? Будь с ней поосторожнее, хорошо? Буду. Ты мне еще советы подавай. Давай, гуляй отсюда. Еще что-то там подкатывал. Let's get going. Ну что, Эджей, пойдем, солнце скоро сядет. How do you know? Откуда ты знаешь? I don't know. Не знаю, просто чувствую. How? Но как? Мороз пробегает по коже. Так же бывает и перед грозой. Ничего такого не чувствую. Не провел в дороге поменьше моего. Клим? С нами все будет хорошо. Я думал, мы больше не будем бегать от плохих людей. Нам не привыкать, малой. Конечно, мы не пропадем. Нам ведь не привыкать. Ненавижу вот так бродить. Жаль, что мы не можем вернуться. Да, мне тоже. Воу! Кто это? Прячься. Ни хрена себе. Это по нам? Осторожно, Клим. Кто это? Взглянуть на незнакомца. Ну же, выходите. Заметил вас двоих на дороге. Вы долго будете надеяться, что я вас не найду? Это ж тот парень. Это человек с вокзала? Да. Я думал, он умер. Укус можно пережить, если быстро отрубить конечность. Охренеть, он придурочный. Прицельтесь, используйте РС и одновременно нажмите РТ. Давай, попробуем. Есть. Осторожно, осторожно. Вниз. А. Так. Давай-ка, не нарывайся. Ты смотри, какая крутая мелкая сучка. Даже не думай. Так. Он пока ничего не предпринимает. Оставь нас в покое. Просто уйди и... Блин, да там-то еще кто? Нифига у тебя. Мушкет. Кто это? Ах ты, козел. Мог бы и повежливей. А где малой? Кто это? Тихо, тихо. Блин, спалился. Я бы не стал, пацан. Еще шаг, и твоя подружка останется без головы. Рад тебя видеть. Снова малявка. Блин, ты козлина. Не надо. Я встречался с ними раньше. Оба бойцы, тебе не понравятся. Кто это, блин? Мы ищем паренька. Заправляет общиной неподалеку. Марлона. Он погиб. Недавно. Вот черт. Обойдемся и без него. Что скажешь? Отведешь нас в школу? Поможешь убедить ребят? Пошли в жопу. Перебьетесь, уроды. Я не собираюсь вам помогать, уроды. Не надо. Эй, хорош. Отпусти его, прошу тебя. Козлина. Конечно, если будешь делать, что говорят, откажешься, я с радостью раскрою ему череп. Видела когда-нибудь, как взрывается гнилой арбуз, если бросить его об стену? Вот так и все, это произойдет. Клементина. Блин, вот уроды. Кто там? Какая-то рожа знакомая. Бог ты мой. Клементина, это и правда ты? Да кто это?
Меня зовут Лили. В смысле Лили? Серьезно? Твою мать! Я помню тебя. Лили? Да ну нафиг! Я думала, ты умерла. Почти. Да ну нафиг! Какого? Не сейчас. Да я не ожидал этого вообще. Ну, принять помощь. Ну, Клементина вроде как с ней не сильно... как бы бортовалась. С тобой нет Ли. Значит, он умер. Никогда не забуду, как он бросил меня умирать на обочине. Я его не виню. Я стал явной угрозой для группы после того, как застрелил эту девушку. Карли. Ли следовало бросить и тебя, может, прожил бы дольше. Лили, не груби. Ты тоже недолго протянешь, если будешь повторять его ошибки. Твой мальчишка, ты умрешь, защищая его. Это уже мое дело. Эйджей может за себя постоять. Лили, не нагнетай. Сомневаюсь, Эйджей знает, как за себя постоять. Характер у него что надо, не отрицаю. Но мы оба знаем, что этого недостаточно. Мать твою, у нас нет на это времени. Мы знаем друг друга. Ты ее знаешь, и я ее знаю. А мы сразу, нам дело надо сделать. Мы могли бы помочь тебе в воспитании мальчика Клементина, но нам нужно кое-что взамен. Что, помочь вам похитить еще парочку детей? Нам не нужна парочка. Мы заберем вас всех. Мы отвезем вас в Дельту, к нашим людям. Там есть стены, работающие солнечные батареи и еда, которую мы сами выращиваем. Тебе нужно только вернуться к друзьям и убедить их пойти с нами по-хорошему. Никто не пострадает. А с чего это я должен тебе верить? Я не Марлон. Вот как мы поступим. Я прижму эту малявку прямо сейчас. Уверен, теперь ты будешь подговорчивей. Не глупи, Клементина. Мир так устроен, Клем. Либо мы, либо они. Бегите. Нет, я не хочу, чтобы еще кто-то погибал. Но, Лили, ты тоже не права. Побежали. Аккуратно. Блин, давай, беги, малец. Ну, я, в принципе, ожидал от Лили такого события. Направо. Куда ты уворачиваешься? Там березки маленькие были. Беги, 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 беги. Надеюсь, они это запомнят. Я имею в виду Вайолет и Луис. Ну, Лили не была другом особо, так что... Хрен с ними. Коза. Давай, беги-беги, Клементинка. Направо. Попробуем направо. Ты коза. Да вернись ты. Давай-давай, беги. Блин, вот овца, а. Игрик. Ох, твою мать. Блин, сейчас-то что? Налево. Аккуратно. Давай, быстрее. Блин, Клементина, не самое лучшее время для отдыха. Это еще кто? Все, окружили. Похоже, оторвались. Да не особо-то оторвались. Давай. Ашечка. Держу. Икс. С ноги. Блин, у кого я не ожидал увидеть, так это Лили. Клем! Что такое? Твою мать, Эйджей! Да ну нафиг! Черт! Ёлки, тебе... Что такое? Ты хочешь, чтобы я вырезал из тебя пулю? Или отбивался? Блин, Эйджей, нам срочно надо в школу вернуться. А как нам это сделать-то, ёлки? Руки-палки. Все, конец. Нас окружили. Давай, Клемка, отбивайся до последнего. Я верю в тебя. Где они? Я слышу, но не вижу. Где? Да где они, ёлки? Вон они, впереди.
Сзади никого. Значит, сражаемся с этими. Надеюсь, ребята услышали, которые там, в школе, и прибегут нам помогут. Так что, вроде как я все правильно сделал. Я не стал ими жертвовать. Блин, Эй-Джей, ну как ты так умудрился-то поймать шальную? Не дайте подходящим навалиться на вас толпой. Ну, давай попробуем. Блин, опасно. Очень опасно. Так, там никого. Давай, еще один. Следующий. Блин, он уже в упор. Давай, 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 давай. Отбивайся. Отбивайся. Ай, блин. Нет. Ну, давай попробуем еще раз. Не дайте ходячим навалиться на вас толпой. Давай, 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 давай. Ай, блин. Опять навалились толпой. Черт. Да как так-то? Так, а что если я убью этого? Остановлю этого. Башкой. Так, пока он стоит. Хрен там! Он соскочил. Нет, смотри-ка. Блин, сзади никого. Попробуем по той же тактике. По ноге. Подходи уже, блин. Да что вы такие тормоза? Ёлки. Давай следующего. Чё, блин, не успею. Да ёлки ж... Вроде последний остался. Так, отлично. По-моему, сработало. Да. Эй, Джей, живи там. Да елки, сколько же их там? Почему вы на выстрелы не бежите, твою мать? Все, нам хана. Нам хана. Какая у тебя морда противная. Нет. Кто ты? Стой. Слишком громко. В смысле? Кто это? Драпануло. Неужели это те, которые из ходячих? Ну, из комиксов я имею в виду. Которые тоже прикидывались ходячими. Блин, спасибо, парень, кто бы ты ни был. За мной. Кто ты? Шептуны они или как их называли, я не помню. Блин, бедолага. Эй-Джей. Ну а на этом интересном месте, я думаю, закончить эту серию. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и всем пока!